Здравствуйте, дорогие товарищи. Я от всех армян, от Союза армян Вологодчины, хочу поздравить наших вологдян с Новым годом, с новым счастьем, удачей и благополучием. Это Новый год пусть принесет то, что нам не хватает. Я хочу, чтобы наша великая Россия, все народы праздновали это праздники большим настроением. Но чтобы надеялись, на следующий год будет лучше. Ну как у нас в Армении отмечают Новый год? Сначала мы Новый год, 12 часов, люди постараются отметить у себя дома круг семьи. А если родители ближе живут или в этот городе, есть люди, которые постараются, чтобы 12 часов быть у родителей, поздравить с Новым годом. Но у нас по обычаю армянский с Новый год, она длится до 13 числа. После с Нового года Рождество, которое армяне тоже отмечают Рождество. Я хочу от всех армян поздравить еще раз с Новым годом, Рождество, желать счастья, здоровья, удачи. С Новым годом, дорогие родные, дорогие товарищи, гости города. Я очень рад, что мы вместе все будем отметить это Новый год и Рождество. Шнурговор, линии цель Болори, Нуртарин.